Здравствуйте, я Андрей Кофтон и приветствую вас в рубрике Light News. Я думаю, что каждый знает о долгоиграющей линейке от компании Lenovo под названием Pi. И о том, что крайняя модель этой линейки Pi780 была и есть очень популярной. Производитель не смог бы остановиться на достигнутом, поэтому решил выпустить новую модель под названием Pi70. Да и Pi780 уже морально устарел. Если верить утечкам, будет выпущено две версии, старшая и младшая. Потому что аккумулятор предшественника устраивал всех, но начинка далеко не всех. По-моему, неплохое решение выпустить две модификации. Одна для тех, кому нужна и начинка, и аккумулятор, а другая для тех, кому нужен просто более свежий дизайн и емкий аккумулятор. Поглядим, как же будет выглядеть данный гаджет. В отличие от Pi780, углы девайса будут острыми. Задняя панель будет стилизирована под кожу. Ну а передняя просто обыкновенная. Далее поглядим на техническую часть девайса. Размер дисплея у обеих версий составит 5 дюймов. Разрешение HD. В младшей будет установлен новый 64-битный 4-ядерный процессор MTK6732. Старший 8-ядерный MTK6752. Оперативная память младшей составит 1 ГБ, старше 2 ГБ. Встроенная память младшей составит 8 ГБ, но старше 16. Устройство будет поддерживать 2 SIM-карты. Возможность расширить память с помощью карты microSD присутствует. В принципе, начинка девайса будет довольно-таки актуальной, учитывая, что основной ее бонус – это емкость аккумулятора. К сожалению, дата выхода и стоимость гаджета не сообщается, но по моим предположениям, все произойдет в скором времени. Помнится, что начальная международная стоимость на Pi780 составляла $320. Я думаю, что с Pi70 ситуация не повторится, ведь если производители заявят такую стоимость, они просто не будут пользоваться спросом. Ну а мы с нетерпением ждем презентации данного устройства и его скорого появления у нас в студии. Добавляйтесь в группу ВКонтакте, подписывайтесь на наш канал в YouTube и читайте текстовые новости у нас на сайте. С вами был Андрей Кофтон специально для Android News. Да пребудет с вами Android!